Дорогие друзья, я играю с самого начала на стриме с Дарк Ангелом и Гардой. Они мне, ну, реально так помогают неплохо. Я попрошу вас всех подписаться на их каналы. Ссылка будет в описании. Они очень хорошо играют и, возможно, вас чему-то научат. Реально, я с ними, я не ожидал, что будем выносить топов. Поэтому подписывайтесь, ссылка на них в описании. Все. Дорогие друзья, всем привет! Прямо сейчас я нахожусь на стриме. Мы начали апать кубки, когда у меня было на Джеке 700 трофеев. Ну, помните, когда я с Ромой слил, разбил ему телефон? Вот, вот он, кстати, этот телефон, уже все починили, все нормально с ним. У нас почти 900 трофеев. Боже, сколько было классных каточек на стриме. Люди, которые были на стриме, напишите в комментариях, они не дадут мне соврать. У нас очень классный получился стрим. У нас рекорд был по онлайну. Почти 30 тысяч онлайна. Такого никогда не было. Всем огромнейший респект, кто был на стриме и кто сейчас на стриме. Ребят, поставьте лайк, подпишитесь, если тоже хотите попасть на трансляцию. Мы разыграли леги, все сделали, все классно. И, короче, мы попали, вот только шокатка была, против топ игроков мира. Гарда, скажи, пожалуйста, что это за люди, чтобы мои зрители понимали, кого мы только что выиграли? Всем привет, короче, тут челики, которые вот недавно был чемпионат мира, и они его забрали. Эти игроки очень сильные, у них всех по 30 плюс. Ну тут Дэдли, у него тоже много. Кубка и. Ну, вы говорили, это топ-1 много. Команда в мире, да? Ну, вообще, ну, да. Команда сама называется QLS, то есть Clash. А, да. Я понял. В общем, ребят, вот сейчас будет отрывочек, как мы играли в онлайне, не на повторе. Вот просто сейчас я вставлю здесь отрывок. Вы посмотрите, зацените. Я вообще не ожидал, там такой камбэк был. И мы продолжим. Стоп. А, это топовая команда. Лево, 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 лево. Рикошет. Ну тут не поменяли чуть-чуть состав, конечно. Угу. Да, бля. Так. Ну так больно. 2 хп у меня нет. Тут вроде бы близко, а. Да, блядь, не достаю. А, она меня замедлила. Ой, а я ее добил. Да, ты ее добил? Да. На толку, да? Добил, но где мы берем? Mm-hmm. Ну ладно. Там никого нет, холодик, заходи туда. Только в центр, не... центр. Я заберу и уйду. Следующий жизнь. Такой, бля. Ну ладно. Просрали мы эту катку, да? Ну, я же говорю, это топовая команда. Ну, типа, самая лучшая в мире. Сколько их этих самых лучших в мире сегодня нам подберется? Это та же. А, это та же? А, которую мы почти выиграли. Капец, у нас... 2000, смотри, онлайн 2000 в... Да-да-да, я только хотел сказать. Это рекорд. Подожди! Забери и уходи на гаджете. Уходи, 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 гаджет. Нету гаджета. Нет гаджета. Ребята, у нас был отчет. 2200, Может слева, на слева, по идее. Мне гаджет. А, он слева. Ой, хорош! Давай! Уйдешь? Уходи! Пофиг, уходи, просто уходи. Да ну нах! Охереть! Тихо, не могут собрать. Они не соберут. Они соберут. А соберут, я нас забрал. Давай, опять. 3-3. Да ладно! Пипец! Это видос можно. Погнали в бой. Мы сейчас на стриме. Я даже прошу подписчиков снайпить нас, но пока получается плохо. Поехали. Иди направо. Пожелайте мне удачи. Катки очень серьезные. Я играю теперь в 3-3, ШД нах. Ой, капец. Мистер Пинк, колбасит. Ё-моё. Хорош. Так. Нормально. Блин, она меня убьет. Нет, не убьет. Ну, как всегда, на видос мы сливаем. Еще не сливаем. Мы же только начали отжимать мид. Блин, меня контрят. Трэш. Пингвин 100 хп он отходит. А, тут уже... Да, меня законтрили. Мы заруинили каточку, походу. Пу-пу-пу. Вот он. Иди на нее. Иду на нее. О, Ваня, помоги. Пам. Тычку. Да сдохни уже.
Я не подбираю. Контакту рикошет в печку. Добейте. Всё, я, пусть ангел гейма валяется. Да-да-да. Так, мне на правый фланг, да? Иди. Ой, на хорош! Правый, да, на Джеки. Хорошо, там дабл. Ай, рикошет протянул. Да я Джеки не законтрил. Блин, капец. Блин, тут Джеки. Угу. Да. Вот он. Это трэш. Тыку. Я не успел. Я не знаю, гарда ульта не на гем, когда он... Тебе надо на это. Подожди. Блин. Блин. Хорошо. У тебя ощущающий гем опять. Тяну пингвина. Убил, но, блин, О! Откуда, блин, откуда это все? А, тут еще. Трэш. Капец. Подожди, еще не слили, еще не слили. Угу. У меня гаджета нет. Тебе кажется. О. Я ульту на ничего. Тычку, 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 тычку по ней. А в смысле? А, там 11 у целого пингвина, ё-моё. Фух. Так, давайте так, ребята. Я нажму на паузу, как останется последний бой. Кто был на стриме, они все эти катки увидят. Но если останется последний бой, мы продолжим на видео. Ну, реально трудно, но чтобы вас ролик не затягивался, мы пошли сразу в бой. И как только останется последняя каточка, я подрублюсь. Итак, дорогие друзья, очень потная каточка была, но мы затащили. Остается 4 секунды и давай. Да! Победили, все, мы отбили то, что слили. И идем дальше. Осталось нам 19 трофеев. Пожелайте нам удачи, подпишитесь на канал, срочно! Поехали. Ребят, я хочу вам эту каточку показать, она прям реально очень шикарная, блин. Вначале такие, блин, фишки были. Оп. Холдик отрабатывает фланг на ура. Даже центр берет. Так, ну я сейчас походу умру. Но, а может и не умру. Может и не умру. Да, умер, но 7-0 идем. А, Альберт, тихо. А, в банке не у тебя, понятно. Угу. Не, нормально, тут вообще прям... Купили. Вообще не сложно было. Собирай, вот когда, уходи сразу. Вот когда на фланге у меня там, я не знаю, рикошет, либо Джеки, очень тяжело, очень. А сейчас Пенни, блин, вообще не сложно. И Роза еще сложно. Ну и Роза, да. Это победа, друзья. Это победа. Получается, последняя... Они, кстати, тоже хорошие. Получается, последняя катка сейчас осталась? Нет. Нет, еще две. А, еще... Ой, три восьмерочки, ребзи. Короче, эту катку мы сыграем, а последнюю я вам покажу. Вот. Поехали. Ребят, на предпоследней катке меня подписчики заснайпили и отдают победу. Во-первых, хочу им передать привет, если они смотрят этот ролик. И, конечно же, сказать им спасибо за то, что облегчили поднятие 900 кубков. Но это еще не 900 кубков, потому что нам еще надо сыграть одну катку. Поэтому всем... кто в этой команде Торнадо, Зароки и Архангел. Огромное вам спасибо, пацаны. Вот. Я все сказал. Фух, еле затащили, пацаны. Еле-еле. 12-0. Ну, мы играли неплохо. Еще раз спасибо вам, пацаны. Итак, момент истины. Осталось 5 кубков. Дорогие друзья, последняя катка. Если заснайпят, я буду рад. Не заснайпят, буду рад, если затащим. Короче, скриньте. Последняя катка, как всегда, поражение. Поехали! Полностью показываю от начала до конца. Подписчики, можете заснайпить, буду благодарен. Вы, может, на видос подумаете, да понятно, заснайпили. Но вы не представляете, сколько мы на стриме провели каток. Мы стримим 3 часа. 3 часа, и мы... Очень много команд выигрывали. Мы выигрывали Витал Шарка, может, знаете такого ютубера. Мы выигрывали... Все. Я больше никого не знаю. На самом деле, очень много топов было. Гарда с Дарк Ангелом их там узнавали. Но я, вы же знаете, я не шарю. Поэтому, ну, были сложные катки. Мы прям потели конкретно. И целых 3 часа потных каток. Бывало, да, снайпили, бывало, нет. Поэтому, если заснайпят последнюю катку, я, блин... Давайте...
Есть, все, подобрались. Погнали. Ну что ж. Так. Ой-ой-ой! Что? Это... Капец. Да нет! Нет! Хоть прикол. Это команда, которая в прошлом году взяла, как делать чемпионат мира. Прекрасно. Классно. О, боже мой. Ладно, давай попробуем победить, в принципе. Давай! Подумай, что по один. Я случайно в центр зашел, ладно. Так. Капец, они настолько обнаглели, что уже на нашей базе нас выносят. Тут розы, тебе не надо давать отхилиться им. Блин, попал. Ну мы центр забрали, нет? Не, пока нет. Ну, пока да. Блин, вообще роза не дает ее убить. Роза нет, по-моему. Ой, ребята. Как видишь, роза сразу же ультуй. Молодец. О. Тебе это мало чего дает, но как минимум это лучше, чем она просто тебя задавит. Ну понятно. Да гля, она вообще неубиваемая. Да. Я ее там на лоу хп уже догнал, и она... Это была последняя надежда. Хотя, нет, в принципе, еще можно камбэкнуть. Постараться. Если ты сейчас выживешь. Ну, там у Пайпера ультра, я не думаю, если честно. Она просто прыгнет сейчас. Нет. Да. Слушай, блин, ну я все равно хочу это оставить на видос. Последняя катка. Ну пускай это, ну, будет. Да, мы очень классные катки сделали. Смотрите, я думаю, что на данный момент, когда вышел ролик, уже днем мы пытаемся снова поднять 900. Давайте так, вы наберете на этом ролике 50 тысяч лайков, а я пообещаю вам, что сразу выйдет ролик, где уже будет 900. Но в следующей серии. Ребят, я реально, вот зрители, которые смотрели на стриме, они знают, сколько мы сегодня отыграли. Мы отыграли очень много, и очень классные катки были. Но, естественно, нас интересует результат. Я думаю, что в этом видосе все равно достаточно материала, в следующем видосе будет 900. Поставьте лайки, подпишитесь, просто верьте. На этом я попрощаюсь, поэтому надеюсь, что вы лайков накидали. И кто был со стрима, отметьтесь в комментариях. Ждите видос, да. Тут две катки осталось. То есть я сейчас не три, а именно две. Ты одну слил. Не, я устал.